если ваши части тела выступают не по делу. Если вируса, бактерии, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В понедельник в Самарской области облачно с прояснениями, осадки в виде небольшого снега. Днем 13-15 с минусом, ночью 16-18 ниже 0. Ветер северный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани солнце проглянет сквозь облака. Днем минус 15, ночью минус 17 градусов. Северный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти облака, небольшой снег. Днем минус 16, ночью минус 18 градусов. Северный ветер 5 метров в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Днем минус 15, ночью 18 с минусом. Северный ветер 5 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.